Когда мы говорим о экономических аспектах, естественно, Молдова нуждается в таможенном союзе. И здесь телезрители должны понимать разницу, которая есть между Европейским союзом и таможенным союзом. Потому что Европейский союз – это политическая структура, это политическое, это объединение 28 стран. Над этими странами существуют органы, которые принимают решения, и каждая страна обязана внедрить на своем уровне, то есть внутри страны, все директивы Европейского союза. И, кстати, даже Молдова на сегодняшний день не является членом Европейского союза, не может никак влиять на решение Европейского союза. В любом случае, после подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом, Молдова обязана внедрить в стране все директивы. Таможенный союз – это экономическая составляющая. Это договор, подписанный тремя государствами о свободном передвижении человека, товаров и капитала. Молдова нуждается в таможенном союзе, потому что без таможенного союза никакой возможности, значит, развития молдавской экономики нету.